что за деньги? Никита, там дальше от них отойди. А я буду следить, чтобы не докапывались за тебя. А что она снимает? Как хорошо у меня капюшон. Этот чехольчик этого, а вот этот. Смотри, какой он уже. Угу. Кстати, в войне никто не пользовался таким. Не, почему? Никто не знаешь, что у них слабые места были? Очень редко. Вот туда вот в шею, в шею загоняли ножик. И все, и хана. А почему? Вот такие вот ножи. А подмышки? Они же были открыты. Ну, в принципе, было что. И вот, смотри, у них локти. Яйца не забыли. Какой Никита? Ты что, слышишь? Да? К Никите? Нет, он к Никите, кстати, не ко мне. Кто? Илья, да? Да, я видел, он бьет не так. Ну, возьми, ударь его. Я сейчас посмотрю. Подойди, ударь его. Нет, он меня обзывал. А, тоже обзови его. Трехэтажным матом. Такое жалкое зрелище, знаете. Никиту подойти и вот таким вот расстрелять. Нет, вот таким вот достаточно. Для него такой большой, ты чё, это слишком дорого. Нож клёвый, ножи клёвые. Я согласен, но не лень. Тебе вот так. Вот жалко, что я. Ты его пнул. Я видел, ты его пнул. Он меня вообще-то наступил на ногу. А я обзываю. Почему я сегодня обзываю тебя? Чем мы играем? Это Андрей все начинает. А он как типа Илья подхватывает, как этот, как два это клоуна. Мы здесь не были. Да, мы здесь не были. Жалко. Да блин. Андрей, вот клёвый. Вот этим всем вы... Какой? Двойной.